Ну чё, насколько мы интеллигентны? Можно взять Хобоса с пяткой. Давайте, ладно, возьмем интеллигентную девочку. Без придумываний. Не буду душить оппонента всякими этими фалами, вот этим. В сквигах играем, пофиг. Потом уничтожу, когда буду лучше готов. Учитывая, как говорится, все происходящее, хочется просто посейвить Тиму. Хотя я уже начинаю сомневаться, что это возможно, с учетом Дайсо. Ну что, давайте ключевой вопрос. Какое говнище со мной произойдет в этом матче? То, что произойдет, я думаю, никто уже не сомневается, учитывая концепт сегодняшних игр. Но если со мной не произойдет никакого говна в этом матче, я прям очень сильно удивлюсь. Хочу, наверное, набить крепкие руки на Лейпцига. Можно, конечно, набить пятку на Кёнигсберг. Еще, я думаю, немножко понагличить. То есть, если выпадет ивент на... Давайте продумаем концептуально, что будет, если мне повезет и выпадет ивент на сайдстеп. Чтобы я мог повалить обоих мумий при сайдстепе. Мы делаем шаг сюда. Нет, шаг сюда. Делаем удар. Ну, посмотрим, короче. Вроде есть кубики, посмотрим. Ивент, в принципе, удовлетворительный. Бьем тех, у кого нет опыта. Ну, в смысле, которых качнуть хочется. Ясно. Мы не тратим РР. У меня хорошее закрытие меча.
Гуля далеко, ни одной очевидной дырки нет. Ничто, как говорится, от меня не требует тратить РР в этой ситуации. Что там, какие-то ставочку сделала в этот раз, ну? Кстати, спредолог, ты еще тут? У меня есть к тебе вопрос, который обычно я задаю Ситару. Ну, не так. Вопрос такого порядка, который я обычно задавал бы Ситару. Еще тут. Вот у тебя не возникает ощущение легкого безумия вокруг? Я имею в виду, что... Вот ты выходишь на улицу, и вроде все люди спокойно ходят. Ни у кого нет никакой острой реакции. Как будто вот все происходящее в политике и в этом не что-то ненормальное. Вот у тебя такого не бывает? Легкого чувства отчужденности, типа что вот ты так и реагируешь, а все остальные вокруг такие. А чё? А в смысле? Ну, разве ощущение, что всем реально настолько как бы пофиг, что прям слов нет. Естественно, первый же удар с МБ, минус 9 армор с поля. Найс, ребят. Так интересно играть просто, кто бы знал. Кайф, ребят, кайф. Попробуйте. Первый же удар, буквально первый удар, сразу минус. Так интересно. Ну, я понял, что надежда на адекватный матч сегодня, она немножко утихает. Еще и чел, видимо, блять, ученик Аданта. Вот. В смысле, давайте ждать по 3 минуты, а то хули нет-то. Ну, давайте ждать по 3 минуты. Ну, типа, дали минус. Сейчас мы кое-что поймем. Ну, я должен был сначала кидать подбор до остальных действий. Вот. Значит, сам. Давайте. Аккуратно разыгрываем так, как будто бы я ниже по руке. Сливаем поинты, господа. Ставьте на чело, я вам гарантирую. На меня ставить бессмысленно. У меня сегодня день анлокерных кубов. Если у меня будут хорошие кубы, то это просто случайность, как бы. Я уже как-то смирился практически. Обидно, конечно, терять первым же ударом первого горда. Вроде все правильно сделал. Дал контакта так, чтобы он без контакта не мог это разбить, а в итоге как бы как обычно.
Ну, спасибо, как бы не минуснул второго горда. Багано, наверное. Ну, оп, почему-то страдает фигней, что, как говорится, не может не радовать. Ну как страдает фигней? Типа идет в контакты ради непонятно чего. Ну это плохие контакты, он здесь просто неправильно сыграл. Ну фактически просто неправильно сыграл. Не факт, что это, конечно, что-то изменит, но просто. В принципе, в этой игре ты вообще не обязательно хорошо играть, это как бы известный момент. Хорошая игра в ББ — это вообще так, миф. Естественно, первый же удар единичка. Поставим вопрос иначе. У кого-то были сомнения? У меня вот, например, не было. Скажем так, лучше сказать, что у Синга не бывает простых побед. Просто в природе не существует. У Саши либо супер-мега превозмогание, разрыв жопы и вот это вот все, либо ничья, проигрыш. Это как бы нормально. Я уже почти привык, как я сказал. Надо просто помнить, что в моем клубе есть только... У меня клуб анальных изнасилований на кубах. Вот. Это особый клуб, как бы, куда пускают только отдельных людей. А то понимаю, что не зря взял девочку Бладвайзер. Вот. Ну, спиритолог. Напрашивается вопрос, как бы, ну, даже если так, то, как говорится, что с этим делать? Вот. Я имею в виду, что даже если я их действительно так воспринимаю, то как бы... Гуля за поле. Да, я не знаю, почему он так сыграл. Это ошибка, конечно. Это очень слабая игра. Я бы сказал, чудовищно слабая игра, если честно. Честно сказать, даже удивительно, что чел, вроде как играя весьма ок, внезапно играет настолько как бы слабенько. Хочу немножко пожадничать. Идеально. Это буквально лучшее, что могло быть на дайсах в этой ситуации. Ну, найс. Ну, это ошибка, конечно. Нельзя было так делать. Это ужасная игра.
Блять, а можно не только единички в лицо этого, блять, вайта? Ну просто ради разнообразия. Я все понимаю в этой жизни, но, блять, ну немножко раздражает. Ну зато красные, как батя учил. Выбирай, чё? Но без Гули этот матч резко стал минимум ничейным, похоже на то. С учетом того, что он играет еще и не фулл пак Гулей, что, в принципе, на мой взгляд, весьма такая штука, ну, сомнительная. Я-то предпочитаю играть фулл пак Гулей. Ну, в смысле, не фулл пак, в три четверти пак. Играть в две Гули как-то вот в такой ситуации это не очень. Ну, имх, конечно. Хорошо. Ну, с другой стороны, мобы без этого, без роллов. Нормально. Для меня эта ситуация лучше, конечно, чем для него. Я думаю, что будь у меня еще хотя бы один гард, у чела было бы все совсем тоскливо. Я не знаю, что с пробоем-то по девятому армору. И не хватило буквально единички для травмы. Я ничего не хочу сказать, но что-то пробой вызывает у меня какие-то, блядь, неприятные эмоции. Ну так, чисто безобидно, что-то, блядь, пробой какой-то непонятный, вам не кажется? Что, блядь, с девятым армором? Просто вопрос один. Что с моим девятым армором? Просто интересно, как бы. Как внезапно так получилось, что девятый армор... Блять, не за... Каждый удар. Я просто как бы поражаюсь, что... Не, ну серьезно, как бы, что с девятым армором? Просто объясните мне. Ну, блять, я, конечно, все понимаю. Ну, теперь выбора нет, да, забиваем. Пиздец, ребят, ну просто гляньте на эти дайсы. Сука, третью игру подряд. Пощады не предусмотрено, я не знаю. Ну, серьезно, типа, ну, дайсы ненормальные абсолютно. И, блядь, как работает девочка Bloodvisor? То есть у него спокойно встает игрок, Саш спокойно берет за щеку. Very nice, как говорится. Спасибо, игра. Никогда такого не было, и вот опять. Ну, очень-очень интересно, да, спасибо. Экспириенс за гранью добра и зла, конечно. Я хочу раскинуть гномиков немножко в разные места, чтобы ему было тяжелее повесить на мумию побольше гномиков. Пиздец какой-то, блядь, просто пиздец. Что с кубами? По мне дали уже, наверное, пробоев 6-7 и все по девятому армору, как бы. Да. Нельзя ли пощады немного, а? Блядь, Дио. Привет. У меня сегодня такой пиздос, блядь. Можешь зайти в игру, посмотреть на мою топ-9 ладдера команду ХД, ты сразу все поймешь.
В эту же секунду, как говорится. Да нет, Дива, я не про тебя, я просто, блядь, у меня сегодня... Ну, я не знаю, не только сегодня, конечно, но сегодня особенно просто, блядь, я не знаю. Рот наоборот этой игры. Я уж, честно говоря, просто не знаю, что делать, как бы, у меня какое-то такое отчаяние легкое. Я не знаю, у меня какой-то странный 9-й армор. Да, сезон заканчивается завтра вечером. Блять, ну не знаю, ну хватит, сука, блять, пиздец. Блять, просто у чела ебать это 7-й или 8-й пробой по 9-му армору, блять. Нахуй идите, блять, нахуй идите с этими кубами, вы заебали. Блять, ну не должно быть пробоя каждым ударом, блять, по 9-му армору. Сука, это ненормально, нахуй. Не может быть такого, блять, пробоя каждым ударом, блять. Это не норма. Это не норма. Пиздец, блять. Сука, как заебало это уже, блять. Заебало. Я хуею, блядь. Просто буквально каждый удар, блядь, пробой. Я, блядь, хуею просто. 9-й, блядь, армор в сраку. Мы там все ёбнулись, что ли? Блядь, Дио... Иди глянь, не буду даже про зонок говорить, глянь хотя бы ХД. После этого тебе все станет понятно. Вот буквально все станет понятно. У тебя после этого, блядь, просто вопросов не будет, блядь, к происходящему. Блядь, да сука, да вы заебали уже, пидорасы, блядь, везде. Блядь, только можете кидать свои ебаные, блядь, пробои каждым ударом. Как меня заебала эта ебаная игра, блядь. Сука, блядь. Какая же хуйня, блядь. Какая же хуйня, блядь, не игра. Конченая хуйня, блядь, даунская. Сука, блядь, просто каждый удар, блядь, травма. Каждый удар, блядь, пробой. Как меня заебали уже, блядь. Как в эти помои, блядь, играть, мусорные, блядь. Пиздец какой-то, блядь. Просто с нихуя, блядь, пачка пробоя, блядь. С нихуя минус 2 с лоса, блядь. С нихуя. Ну ладно, ладно, пятка, ладно, пятка, ладно. Но, блядь, с учетом количества пробоев в первом тайме, это пиздос какой-то, блядь. Это реально пиздос, блядь. Ну не должно быть столько пробоя, блядь, это ненормально. Это, блядь, даже не средний пробой, это какая-то хуйня из-под коня. Вы ёбнулись просто с этим пробоем, блядь, каждым ударом. Пиздец, блядь. Конченая игра. Это Рубабейл, блядь, Дио. Сейчас по прогнозам, ебля кубами в Рубабейле. Проходит, блядь, в полном разгаре. Пиздец, блядь, как бесит нахуй. Не за, блядь, просто конченая игра, блядь. Сука, каждый матч, блядь, конченее другого. Блять, я когда играю на, блядь, дедах, никак, блядь, такого не вижу. Чтоб вы, блядь, просто... Я сейчас дам вам статистику, чтобы вы понимали. За... Это у меня получается 6-й матч в этом сезоне. На ХД в рубле. Я 2 раза играл с зонками.
играл с заврами, играл с хаями, и чтобы вы понимали, вот на данный момент этого матча у меня стата по травмам 12-11. Вы, блядь, просто представляете это? У меня, блядь, стата по травмам 12-11. Просто один вопрос, какого блядского хуя происходит? Вот просто объясните мне, блядь, как так? Ну ладно, это хорошая ответная шара. Спасибо. Наш ответ Чемберлену. А я, как говорится, и не знал, что любовь может быть жестокой, а сердце таким одиноким. Я не знал. Хорошо. А эти ХД в рубле на помойку едут. Ой, в рубле. В ПО. Ой, в ПО кола. Там просто буквально нечем играть. Буквально. ХД без двух табуреток, они, к сожалению, как бы результат показать в принципе не могут. Ну, не играют ХД без двух табуреток в ПО. Не знаю, Дио, блядь, убили трех табуреток за две игры на ХД. Это при том, что аптека еще одну спасла. Мне в последнем матче 1200 гномы с руки убили двух прокачанных, хорошо прокачанных табуреток. Одну я спас. 1200 гномы. Буквально, чтобы ты понимал, они за 60 блоков дали 5 травм, я за 50 0. У меня за 50 травм по гномам, за 50 блоков по гномам, у меня 0 травм, 0 травм и 0 колоколов. 0 травм, 0 колоколов. Я не знаю, это как бы, блять, вызывает вопросы некоторые. Я показывал крыс Дио. Просто на мой взгляд, ну это не норма, это пиздос какой-то. У меня просто, блядь, нет понимания того, что происходит. Происходит какой-то, блядь, пиздец нах. Надо быть топ-2, ну, вообще, в принципе, топ-3 своей расы и 70 плюс очков. Это не рерол. Ну, чел, это не рерол. Мы оба понимаем, что это не РР. У тебя нет морального права РРить в этой ситуации. Сейчас надо подумать немножко. У меня есть несколько вариантов игры, но это, наверное, лучший. Сначала мы бьем вот это вот.
Ну, кину хорошо, не кину, я так и знал. Кинул, удивительно. А я видел, Гетблад, ты топ-6, по-моему, был в данный момент. Я тебе могу выдать более подробную статистику, сейчас я посмотрю. Ну ладно, на самом деле, ладно, окей. Несмотря на весь дайс оппонента, я целый один раз сам задайсил. Блять, ну кажется, он забьет гол. Зафартило ему. Не, я тебе могу сказать, сколько тебе надо наиграть. 5 побед тебе надо на выход. Бля, обидно. Не знаю, блядь, такой шальной пробой, конечно. И, блядь, опять девочка Бладвайзер не сыграла. Нахуй иди, блядь, девочка Бладвайзер. Пиздец, блядь. Ну, блядь, у меня просто команды нет, блядь. Ну, вот как в это играть, ребята? Ну, что это за залупа конченая? Ну, реально конченая залупа, как в это играть? У меня, блядь, на по... Я играю на ебаных ХД, блядь, в минус 3 выхожу на драйв. И все 3 это 9 армор, блядь. Ну, пиздец, игра конченая. Просто конченая игра, блядь. Слушай, 5 побед вполне реально сделать. А я тебе скажу иначе. На самом деле, я думаю, что на выход, я тебе сейчас скажу. Тебе даже 3 побед хватит, чтобы выйти, Гетблад. Стрим не падал. Тебе хватит 3 побед на выход. Ну, может, ГГ падал, потому что ГГ помойка. Да кого ты обманываешь? Все стремятся, только говорят, что не стремятся. Ну давай, ёбни еще пробой, хули нет-то. Осталось просто меньше 2 дней уже, Гетблад. Не знаю, бля, я не понимаю, как играть позиционно, когда тебя просто, блядь, избивает кто угодно. Я, конечно, не спорю, блядь, целую одну шальную травму по мумии дал, только в целом кубы от этого, ну, сильно лучше не стали. Типа, конечно, спасибо за шару, но все равно дела, типа, настолько плохо, насколько возможно. Пиздец какой-то, конечно. Блять, как будто попал, блять, в вечные цукиёми плохих кубов просто. Зовите, блять, я не знаю, там, Итачи пусть снимет. Или Саски. Ну, блять, козлина, а. Надо было брать взятку или, блядь, пилу и хуячить его. Я еще по-доброму отнесся, зря я тебя запомнил, чел. Блядь, такая душнина, а. Король, блядь, духоты попался. Ладно, нет, наверное, все-таки не буду боковать. Концептуально в этом мало смысла.
Ну, диву, мне от того, что кто-то страдает, не особо легче. Несмотря на то, что я постоянно смотрю многогрызла. Просто не знаю, блядь, ну у меня реально в ладдере какая-то пизда по КД происходит. Я устал от этого, честно. Я просто устал от того, что меня, блядь, в хламину дайсит. Меня заебало. Вот меня, блядь, натурально заебало. С запасом заебало, я имею в виду. Меня с запасом заебало, что у меня каждый матч превращается в матч-катастрофу. Меня заебало, что мой 9-й армор, блядь, буквально состоит из говна и палок. Нихуя себе, как говорится, да? Кто бы мог подумать, что людей это заябывает? Фантастика какая-то. Просто не знаю, Диу, серьезно, у меня, блядь, процент конченных матчей, он какой-то просто, блядь, невероятный. Я уже просто, я реально начинаю сомневаться, что в этой игре есть неконченные матчи. Вполне разумно выдвигаю сомнения по поводу концепции неконченных матчей в этой игре. Меня терзает смутное сомнение, что неконченных матчей уже не осталось. И это не смешно. Не, блядь, Гитблад, вообще нихуя не смешно. Просто иди глянь, блядь, буквально все сегодняшние матчи. Тебе нихуя не будет смешно, чел. У меня сегодня просто запредельно конченые матчи на завтрак, обед и кончи-ужин, блядь. Мне это вообще не весело. Просто если ты глянешь, что, блядь, происходило на зонках, блядь, с квадрой на лосе. Если, блядь, посмотришь, что происходило на ХД, блядь, против нулевых гномов. Я не знаю, блядь. Это просто, блядь, ну ненормально, это пиздос, блядь. Это реально пиздос, это, блядь, нахуй не норма. Это пиздец, 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 пиздец. Там других слов нету. Это нихуя не смешно. Да просто конченая, блядь, игра. Я не знаю, я уже готов отпуск взять, блядь. Потому что, блядь, я заебался. Я сейчас выполню эти два, блядь, заказа и нахуй, блядь, закончу играть в ББ. Меня заебало. Я все, я, блядь, догорел. Это пиздос, блядь. Со мной, блядь, буквально просто, блядь, уже два месяца я хороших кубов, блядь, не вижу. Меня два месяца в сраку ебут, блядь. Еще это под аккомпанемент какого-нибудь ситара, который рассказывает, что вообще это нормально и никакой подкрутки нет. Ну, как бы, ну хули. Чтобы вы понимали, я, блядь, играю в минус 4, блядь, против ебаных нулевых дедов. Найс, блядь. Очень интересно. Которые, блядь, ни разу не кинули ебаного 2-2, например. Интересно, почему? Это надо было реролить, это ошибка. Это ошибка и плохая игра. Всем похуй, конечно. Я имею в виду, когда плохая игра, что-то значило.
Ну, естественно, нахуй иди, блядь. Не знаю, бля, у меня пропало опять чувство, что, блядь, мои решения что-то в этой игре значат. У меня натуральное ощущение, что, блядь, играть в эту помойку не надо уметь. Вот просто, блядь, я опять чувствую полное нивелирование, блядь, какого-либо восприятия скилла в этой игре. Никакого скилла в этой хуйне нет. Это игра про антискилл. Игра про то, как дебилы дайсят умных людей. Вот у меня четкое ощущение сейчас от игры именно такое. Притом, ладно бы это только у меня происходило. Я это вижу регулярно, блять, на других стримах. Регулярно. Вот просто ты включаешь ББ, там наверняка дебил дайсит умного человека. Ну, то есть, как бы, ну, вероятность этого события 90%. Просто, блядь, реально каждый матч проходит по сценарию. Дебищи кидают 5-6, ты кидаешь 1-2. Поехали. Ебись. Честно говоря, блядь, ну крайне сомнительное удовольствие. Единственный человек, блядь, который, видимо, не верит в подкрутку, это Ситар, блядь, вот среди всех, кто существует в мире. Вот. Блять, как ты заебал с фалами, блять. Рака жопы тебе, блять. Просто, блять, каждый фол без удаления с травмы и перманентка. Ну, блять, заебись. Охуенно поиграли. Рака тебе жопы, блять. Ну, Ситар, мне кажется, просто тральбасит, как бы. Я так думаю. Не уверен, но думается так. Ну, учитывая, типа, специфичность юмора Ситара, это как бы ничего нового. Ну, ты, бля, и не играешь, Кинайт. Ты просто не играешь, чтобы у тебя была какая-то выборка, грубо говоря. Ну, блядь, ну, вы заебали. Ну, мне тоже, я сегодня озвучивал ровно ту же мысль, Гетблад. И сразу после этого кубы стали еще более конченые. Ну вот, Кинай, ты сегодня видишь, блядь, третью игру подряд полного всепоглощающего одноколеточного пиздеца, не так? Ну давай, положа руку на сердце. Давай, это третья игра подряд, которую просто невозможно вытащить на результат. Ну просто невозможно. Я одну из трех смог вытащить. А представь, что у меня так уже месяц. Если не больше. Буквально я сажусь играть, и у меня, блядь, одна игра, где я дайсю, и игр 5, где меня ебут вообще вот как сейчас. Вот. Сейчас, видимо, мне горда поломают еще. Блять, пидорас, судья не свистит просто. Я не знаю, блять, я такого пробоя на фолах никогда не видел, буквально. У меня никогда не было даже близко такого пробоя на фолах. Даже рядом не было такого пробоя на фолах, как в этой уебанской игре. Как в этом пидорастическом матче. У меня буквально не было ни одной катки. Вот ты, блядь, говно под ногтями, а? Ну фали, фали, блядь, я тебя запомнил. Вот, сука, мы, блядь, с тобой пересечемся, я тебе, блядь, отомщу. Ох, блядь, будет повод, я так отыграюсь, блядь. Так я, блядь, отыграюсь. Блядь, просто будет хотя бы один шанс, я тебе всю тиму, блядь, испорчу. Блять, какие пидорасы в сквигах душно играют. Слов нет просто.
все по канонам Диомеда с фалами. Не знаю, блядь, меня заебало играть. И реально, блядь, просто, сука, три матча катастрофы подряд. Три матча катастрофы подряд. Ну, не знаю, блядь, ну, это ненормально по выборке кубов просто. Вот натурально говоря, по выборке кубов это не норма. Один матч катастрофа, да. Два матча катастрофа, окей. Ну, блядь, ну не целыми днями на завтрак, обед и ужин. Ну, серьезно. Не должно быть столько матчей катастроф. Не должно быть. Если я делаю удар этим... Нет, мне не нравится. Бля, только давай уточним, Кинайдж. Я это начал говорить, блядь, уже где-то после 4-5 фала, когда матч... Когда результат матча, блядь, стал понятен. Давай уточним. Я понимаю фалы, когда они еще влияют на результат. А он, блядь, просто в падлу фалит. Просто, чтобы испортить Тиму. Давай уточним. Или я не прав, по-твоему? Ну, похуй, мне это уже похуй. Он просто... Это уже третий фол, который не несет смысла. Это фол чисто испортить Тиму. Это третий фол подряд, который не настроен на результат. Это третий фол подряд чисто насрать. Буквально. Можешь, конечно, со мной не соглашаться, но я это вижу именно так. Это абсолютно необязательный фол. Блять, я хуею с этого пробоя. Просто пиздец какой. Ну, блядь, ну это ненормальный пробой. Ну это, блядь, ну не знаю, ну это, блядь, ну что это такое? Ну серьезно. Блять, ну это просто, блять, отрыв от любой математической модели. И это происходит, блять, постоянно. Бля, Кинайт, если человек пытается специально испортить мне команду, естественно, я про него ничего хорошего говорить не буду. Вот моя мысль тоже, по-моему, блять, абсолютно простая. Ну перекатай назад, посмотри. Последние три фола не несут в себе никакого смысла. Они исключительно испортить Тиму. Просто я, блядь, я супер зловредный парень, я это запомню. Будет случай, я, блядь, отомщу так, что он, блядь, еще потом 100 лет будет это вспоминать. Я в плане душного... душных мстей, блядь, мастер. Ну, пиздец, матч, конечно, просто, блядь, помойные однокалиточные кубы. Ровно одну шару за весь матч кинул, но, как видно, она, в общем, не повлияла. Пермачей вроде нисколько пока. Последний пермач мы спасли. Блядь, он даже три куба посчитать не может. Молодец, чел. Справедливо. Чел даже три куба посчитать не может. Охуеть, конечно. Бля, чек три куба посчитать не может, и, блядь, ну с таким пробоем даже такие выигрывают. Бля, Кинайт, во-первых, я ненавижу проигрывать, во-вторых, я ненавижу, когда человек в сквигах пытается уничтожить мне Тиму. Я перед матчем прям проговорил, что не буду брать линейку с пяткой, не буду брать взятку. Не хочу портить Тиму. Сейчас жалею, надо было портить. Вот глядя на это, я прям вижу, надо было портить Тиму. Надо было брать линейку с пяткой и не выпендриваться, портить Тиму. С чистой совестью. А я тут что-то в гуманиста решил поиграть. Спасибо, вспомнил, что не надо.
Здесь хотелось получить 2 опыта. Нахуй иди, никакого спасибо. Я тебя запомнил, блядь, спасибо за игру. Я тебе, блядь, в следующий раз пятки спасибо покажу, блядь, по самые яйца. А если повезет, то клавсой. Но подлег плохо. Мне нужен лишний гард, а не выход в МБ. Ну, это конченная помойка, конечно. Фантастически, конечно. Ну, 85% армора, как будто у него вся команда 9 армор. Ну, нормально. Ну, а у меня армор 58, ну, найс, как бы. Травма 66. Здорово, в принципе, и очень интересно. Я и без тебя это знаю, Ситар, ты ничего нового мне не рассказал. Спасибо, капитан Очевидность. Не очень понимаю концептуального смысла твоего умничания.